Добрый день, мои дорогие подписчики! Сегодня особый повод выложить это видео, потому что на моем канале ровно 2000 подписчиков. Для меня это очень важно, я очень ценю это. Благодарю, что вы смотрите мои видео, что вы комментируете, что вы делитесь с ними. Возможно, для кого-то 2000 это ничего абсолютно, тем более, что мой канал как бы работает с 2013 года. Ну, я не ставлю за цель специальную раскрутку канала, я не участвую в монетизации или в медиасетях, я просто выкладываю видео для тех людей, которые живут на одной волне со мной, которые интересуются теми же темами, что и я. И я заранее хочу попросить прощения, что так редко выкладываю видео, потому что, вы знаете, я мама уже второй раз, поэтому свободного времени практически вообще нет, и тем более сейчас работаю на два канала. Второй канал моей дочки называется Дана Банана. Если хотите, оставлю ссылочку внизу видео, посмотрите. В принципе, там очень интересное видео распаковок, экспериментов, обзоров. Я думаю, что для ваших деток будет это интересно. Ну, а сейчас я просто хочу посмотреть более детальную информацию у вас, мои подписчики. Откуда вы меня смотрите, где вы проживаете, какая целевая аудитория моего канала. Итак, зайдем в YouTube Аналитик и смотрим демографические данные, но не за последние 28 дней, а за все время. И, конечно же, подавляющее большинство моей аудитории – это мужчины. Спасибо вам, мои дорогие. Я очень рада, что вы находите интересный мой канал. Итак, возрастная категория – это 25-34 года. Затем идет 18-24, 35-44, 13-17. Даже есть люди старше 65 лет. Мне очень приятно, что вы смотрите мой также канал, что вы находите для себя полезную информацию. Также я вижу, что есть среди моих зрителей и женщины, в меньшей, конечно же, степени, но, тем не менее, огромнейшее вам спасибо. Теперь я хотела бы посмотреть информацию о подписчиках, в каких странах вы проживаете и где непосредственно находится моя целевая аудитория. Итак, ну сразу можно видеть, что основное число моих подписчиков, это, конечно же, Россия, Казахстан, Украина, даже есть Соединенные Штаты Америки. Более детально хотела бы посмотреть, конечно, в списке стран, сколько конкретно человек, где-то. Так, конечно же, так. Первые места – это страны СНГ, Россия, Казахстан, Украина, Киргизия, Беларусь, Азербайджан, Штаты, Армения, Германия, Грузия, Латвия, Узбекистан, Польша, Израиль, Индонезия, Литва, Великобритания, Корея, Австрия, Япония, Молдова. Так, где еще есть мои подписчики? Саудовская Аравия, Таджикистан, Арабские Эмираты, Бельгия, Болгария, даже есть Ливан. Спасибо вам, мои дорогие. Вы знаете из моих видео, что Ливан – это фактически моя вторая страна, где проживают мои родственники, поэтому спасибо вам огромное, мои дорогие. Также есть Нидерланды, Аргентина, Бангладеш, Канада, Финляндия, Франция, Венгрия, Ирландия, Черногория, Марокко, Северные Марианские острова, Новая Зеландия, Сирия. Окей, где же остановятся мои подписчики? На какой стране? Угу, и здесь уже новый подписчик в Колумбии. Ну, я так понимаю, что на Сирии пока заканчиваются мои подписчики. Ну, слушайте, я просто шокирована от такого числа стран, где проживают мои подписчики. Спасибо вам большое. Хотя мой канал, в принципе, в основном русскоязычный. Есть некоторые, конечно же, видео, в частности, о бизнесе, которые есть на разных языках. Возможно, именно это вам нравится.
Я буду стараться выкладывать что-то новенькое. И хочу также посмотреть, какое же видео, какого характера является более популярным, что вам больше нравится смотреть на моем канале, зачем вы следите. Итак, в основном это же, конечно, видео о мотивации. Это мотивационное видео. Здесь его очень много. Я также вижу, что вошли некоторые видео на тему Ливана, путешествия. Опять-таки Ливан. Что-то даже вошло из категории обучения английского для деток. Это очень приятно. Бизнес. Ну да, в основном получается, что вам интересна мотивация, вам интересна тема бизнеса и путешествия в Ливан. Хорошо, в этой сфере, в принципе, я постараюсь дальше и развиваться. Но также хочу заметить, что у меня есть новый раздел. Это обзор детских товаров. Поэтому, в принципе, если вы являетесь молодым папой или молодой мамой, заходите, просматривайте. Думаю, вы найдете для себя что-то там полезное. На этом, в принципе, все, мои дорогие. Я обещаю, что в скором времени я постараюсь выложить. У меня еще есть видео из Ливана, очень интересное, как мы путешествовали в Библосе, это Финикийский замок. Там, ну, просто потрясающее место. Я попытаюсь это побыстрее отредактировать и выложить вам на просмотр. Также у меня зависло просто очень много детских товаров, обзоров. Ну, просто в силу того, что у меня не так много времени, я не могу все это успеть. Но я думаю, что мы скоро с вами встретимся. До скорых встреч. Пока-пока.